В Ульяновской 47-й средней школе чествовали преподавателя физкультуры. Поводом для этого стало сразу два праздника. Это профессиональный день учителя, который состоялся недавно, и 40-летний срок работы в этом учебном заведении. За это время она преподала урок физкультуры не одной тысячи учеников. Не зря Надежду Петровну считают легендарным наставником. Ей вручили благодарственную грамоту от городского депутата. Юбиляр с охотой рассказала о тонкости своей профессии. Ну, прежде всего, учитель физкультуры, как и все педагоги, прежде всего, должны любить детей. Должны подходить к ребенку индивидуально, кому-то построже, с кого-то спросить хорошо, а кого-то по головке погладить, поблагодарить, что он пришел на урок, что он старается, что он трудится. К поздравлениям также присоединились благодарные ученики. Анатолий Кротов, выпускник школы в 1982 году. Физкультура была единственным предметом, по которому у него было 5. В будущем это помогло поступить в пожарно-техническое училище, а затем поработать в пожарной охране. Она действительно знает очень многих выпускников, их родителей, помнит имена, фамилии, что ну просто удивительно, потому что человек уже все-таки возрастной, 72 года, и она продолжает трудиться в этой школе. Сама преподаватель призналась, что благодарит судьбу, которая связала ее с 47-й школой. Учебное заведение на высоте, учительский состав как на подбор.